Так, какой у нас сегодня? День космонавтики. Да, 12 апреля. Трудовой вложок. Значит, у нас здесь спор о красной икре. Опять ты мне эту икру поставила. Видеть ее больше не могу. Хлеба, что ли, бы достала, помнишь? Высоко стою, далеко гляжу. Так, вот что у нас. Значит, в нашей конторе, оказывается, есть где-то филиал на Дальнем Востоке. Так, значит, коллеги, всем нужно привезти икру, обращаться на так, просить сообщить по телефону. Доставка икры будет 25 апреля. Деньги необходимо сдать до 24-го. Цены вот такие. Прескурант. Красная лососевая горбуша 250 грамм. Да, 1375. Ну, короче, вот. Килограмм 5500. Горбуша. Пластиковая упаковка. Икра лососевая, горбуша. Это банки ЖБ, жестяная банка, 140 грамм. 800, ну, грубо говоря, 750 рублей. Блять. Я бы сказал, что это очень даже не дешево, особенно с нашими зарплатами, блядь, в 30. Премию, говорит, ну, может и не быть. Если сейчас не было, значит, в мае может не быть. Так что, вообще, она никогда не была деликатесом. В бытность моей молодости она стояла в полулитровых банках, просто закатанной в магазине, и нахрен никому была не нужна. Мы портвейн закусывали прямо с полулитровой банки. Дешевый портвейн. Вот так вот. А что ты говорил про икру, про Норвегию? Что это вообще сорная рыба, да, про горбушу? Ну, не то, не знаю. Ну, не... Нет, но где-то там, в этих там широтах, блядь, она горбуша считается, какой-то там они ее называют широтой. Ну, почитай, посмотри, в общем. Ну вот, но вот подтверждение того, а, что там еще. Да, деликатесимус, это любой ресторатор знает. Это щучья икра. А этого добра, ну вот вспоминаю армию, да, 81-83. Жрать нечего было, хлеба не было. А икры этой было, блин, ну просто. И она никакая, вот этот фуфел, что сейчас в магазинах. Настоящий, ну да, там кита... Мясо было рыбью полно. Как горох, блядь, вот такая здоровая. 10 человек за столом прям достает пакет целлофановый. Прям две этих, да, две миски прям наваливают этой икры. А солдатские харчи, блядь, что там, две ложки съел и все. А куда ее девать? В стенку. Бэм, блядь. Все, и так идут уже с обеда. Значит, уже кому-то икру привезли. Присылали по 10, по 15 кило, по 2 посылки по 10 кило. С Дальнего Востока у нас ребята были. С Благовещенска, с Хабаровска, туда, там с этих, с деревень, с поселков. Он говорит, блядь, ну у нас, говорит, время есть. Даже собаки, говорит, это, горбушу, говорит, не жрут. Тоже нет. Икры. Приезжали так пацану. Весь мешок икры, короче. Ой, его на выходные, блядь, отпускали на свиданку. Ну, в смысле, это, с родителем повидаться. Вот. Сколько рыбы привозили, тоже и копченки там всякой, блядь, вяленый. С этим делом. Потом как-то поменьше стало. Ну, пол-литровых банках была в наше время, стояла. Настоящая икра.
За что мы такие цены? Так, ну-ка. О, фокусируйся. Вот такие цены. Ну-ка, кто с Дальнего Востока или с Сибири? Там все-таки... Вот, отпишите, какие цены. И это вот у нас. И то. Это же со скидкой, да? Вроде как для своих. Да. И это со... Корпоративные штучки, да. Это со скидкой. Значит, так... Я даже не могу себе представить. Ну, мне, по-моему, мне она нахер не нужна, конечно. Вот такие дела. Так, ну а мы к кофейку. Только заступили на смену. Впереди еще сутки. Времени 9:30. Сейчас планерка в 10. На улице все зеленеет. Тут прям за ночь прям буквально все зазеленело. А работать неохота. Хочется. Зима такая долгая была, блин. Я бы сейчас обратно собрался на велике, уехал бы в лес. Да и вообще в поход бы. Сейчас к себе туда, на Быковку. Сейчас, блин, начал журнал заполнять. Все там перепутал. У меня же башка совсем там в другом месте. Ну, ладно, всем пока. Хорошего дня. Счастливых благ. Кушайте больше красной икры. Вот. И мясо лосося. Белок. Белок. Ладно, шучу. Всем пока. Баранья крепка, и тонкие наши быстрые.